Сабнатика. Спидран платины. 30 минут или 2 часа, кто как сможет. Погружаемся. В главном меню выбираем новую игру. Свободный режим. После загрузки скипаем вступление с помощью кнопки Options и приступаем к магии. Первым делом врубаем паузу и нажимаем L1 R1 вместе. Это дает доступ к функциям разработчиков. Данный прикол пока не пофиксили, так что можно спокойно проходить дальше. В новом пункте Developer выбираем телепорт на точку Base 1. Как только вы появитесь в воздухе, сразу нажимайте на паузу. Данная штука необходима для прогрузки локации, чтобы лишний раз ноги не мочить. Пока висим, в меню паузы снова заходим к разрабам, пункт Commands. Нам нужен чит Bob the Builder. Он открывает вроде как все рецепты, плюс дает самые важные инструменты, ну и конечно... Как только локация прогрузится, вооружаемся строителем. Для постройки личных хором нам понадобится 2 комнаты, солнечная панель, 1 большой аквариум, лестница, люк в аквариум, изготовитель, шкаф, 8 модификационных станций. С помощью последних разрабатываем баллон сверхвысокой емкости и сверхскользкие ласты, чтобы рыбкам в ротик не попасты. Затем на изготовителе изготавливаем изготавливаемые вещи. Кто это писал? Нам необходимы переносной сборщик транспорта, противорадиационный костюм, 5 пласталевых слитков, 4 эмалевых стекла, 2 обычных стекла, 2 смазки, титановый слиток, 2 аэрогеля, энергоячейка, расширенный комплект проводов, инкубационные ферменты. Дело сделано, а значит пришло время вырубать читы. Для этого идем в меню разработчиков, пункт Comments, выключаем No Cost, Fast Build, Fast Scan, Fast Hatch, Fast Grow. Если все правильно сделано, в левом верхнем углу экрана появится уведомление с надписью Game Mode Now Survival Freedom. Уры! Остается только разобрать около 6-7 станций модификаций, которые вы построили ради, чтобы получить из них 6 свинца и 2 алмаза. Если вы, как и я, забыли что-то докрафтить, просто включите снова чит No Cost, создайте вещицу и выключите. Пришел час ачивок. Первыми будут промочить ноги, личный транспорт, 12-метровая подлодка для одного, держи краба. Покидаем столь уютное жилье и добегаем до края острова. Ныряем на глубину 20-30 метров, приходит первая ачивка. Если трофей вам не выпал, значит вы где-то не выключили читы, будьте внимательней. На морской глади размещаем сборщик транспорта, чтобы с его помощью создать следующие средства перемещения. Мотылек, циклоп, краб. Как только последний будет построен, а достижение лежит на полке, включаем чит No Cost и приступаем к сборке пусковой платформы Нептуна. Основа падает, залезаем, где у главного пульта возводим остаток ракеты. Выключаем No Cost, проверяем надпись Game Mode, там должно быть Survival Freedom, не забываем. Если все окей, то быстренько из меню разрабов телепортируемся на Base 1. Следующие ачивки у нас такие. Бунгало с видом на море. По следам Дегази. Морские чудовища. Прям рядом с точкой перемещения стоит раскураженное строение. Забираемся внутрь, спускаемся по лестнице, где дальше по коридору находится КПК. После его подбора дают трофей, ну а теперь, пожалуй, самая главная вещь. Пожалуйста, сохраняйте свой прогресс перед каждым телепортом. Это довольно приличная нагрузка на Соньку, и поэтому порой она может просто крашнуть игру, из-за чего вы потеряете абсолютно все. Поэтому перед каждым перемещением сохраняйтесь. Опять меню телепорта, пункт Base 2. Сразу применяем заклинание пауза прогрузки. После чего осматриваем убежище и находим вход. Аккуратнее проплывайте мимо данных водорослей, либо могут ваншотнуть. Путь у нас такой. Прямо, налево в коридор, вверх по первой лестнице. В соседней с ней комнате находится КПК. Подбираем, трофейчик получаем. Сохраняемся. Отправляемся в пункт Base 3. Пауза нахуй. Прогрузившись, окидываем взглядом конструкцию и пытаемся найти открытый люк на втором этаже. Зайдя через него внутрь, посередке будет стоять аквариум, за ним находится лестница. С ее помощью спускаемся, по левой стороне возле шкафчика валяется яйцо, подберите обязательно. Если его нет, значит вы дали недостаточно времени для прогрузки карты. Ожидайте. Я тем временем хватаю яйцо и на соседнем столике с телеком подбираю КПК, за что получаю трофейчик. ТП на Base 1, заходим в нашу халупу и отправляемся к аквариуму. Пролезаем внутрь, выбрасываем яйцо, чтобы оно быстрее созрело, нужно врубить чит Fast Hatch.
в настройках у девелопера. Как только в аквариуме будет плавать рыбка по имени Ласка, вырубаем чит фасхач и забираем ее себе в инвентарь. Это необходимо для будущей ачивки. Кстати, о них. Древние технологии, вплав по затерянной реке, тепловая активность. Ими и займемся. Сберегаемся, телепортируемся на отметку Ган. Пауза прогрузки, меню разраба, пункт Give. Нам нужно выдать себе Precursor Keys. Без них дверь не отпереть. В туалет не сходить, ачивку не получить. Все прогрузилось, ставим пластину в разъем. Залетаем внутрь и двигаемся по коридорам, пока не окажемся у компьютера. Сразу предупреждаю, если вы, нажав, не получили трофей, убедитесь, что выключены читы. И далее карте нормально прогрузиться, ибо я вот поспешил. И чтобы получить заветную достиженьку, начал бегать туды-сюды. Как только отошел подальше и вернулся к устройству, все сразу пришло. Циснем захавать, продолжим путешествие телепортом на Lost River Base. Опять пауза, после загрузки перед вами окажется проход приличных размеров. Нам туда и налево. Там окажется пьедестал с ионным кубом, после подъема которого дают трофейчик. Я тут по пути еще один куб нашел, ну а шо нам хохлам, все в хату. Захувать нашу гру и тпшимся на точку Lava Castle Base. После прогрузочки нужно всплыть на крышу данного сооружения, прислониться к ней, тем самым, проплыв некоторое расстояние, вы получите ачивку. В общем, плавайте ближе к крыше и все будет. А так как цели опять быстро кончились, ставим еще парочку. Вымирания не будет, 14 тысяч лье под водой, идеальное здоровье, лучший друг человека. Saving the game and продолжаем дальше телепортом в Gen Room. Ничего трудного, ищем искрящиеся пробоины, залатываем их с помощью ремонтного инструмента, попутно отбиваясь от чертовых пиявок. После 10 таких заплаток, следующее место зовется аквариум. 2 минуты паузы, разговор с непонятной штуковиной, следуя за ней на дно, примерно на отметке в 1600 метров, получаем достижение, отсылающее нас к одному бестселлеру. Дальше все настолько просто. Подплываем к яичкам, в большой кубик ставим маленький кубик, подобранный ранее, после чего быстро плывем в обратную сторону к воротам с песком. Если у вас кончается кислород, с помощью команды Give в меню разраба выдаем себе мотылька. Ожидаем, пока мадмуазель не сдует песчаную дорожку, только тогда возвращаемся к недогнезду, пихаем туда инкубационные ферменты. Это провоцирует срочное взращивание детей, еще немного ожидания, и дети начнут плеваться. Суем туда руки, тем самым излечивая себя от болячки, но без трофея за такие вещи никуда. Реклама получается какая-то с сайта. Засунув туда руку, вы больше не почувствуете. Дальше еще проще. Из инвентаря выбрасываем на R2 рыбу в океан. Жмем по ней крестиком чисто по фану. Ачивка. Теперь очень важный момент. Нужно телепортироваться на точку Gun Terminal. Он находится в конце списка. Ждем прогрузку, подходим к компьютеру, он делает нам кусь и выключает охранную систему. Без этого прикола на ракете не улететь, поэтому продолжаем. Ага, значит остались. Теперь это надолго. Оставляй капсулу времени к звездам платина. Действуем дальше так. Сохраняемся, выходим в меню. Создаем новое сохранение, пропускаем интро, врубаем читы R1 L1. Включаем Bob the Builder, затем выключаем No Cost, Fast Build, Fast Scan, Fast Catch, Fast Grow, тем самым переводя игру в выживание с возможностью получения ачивок. Возле нашей капсулы находим 2-3 куска металлолома и 1 кусок кварца, он обычно лежит на глубине ближайших пещер. На изготовителе перерабатываем лом в титан, снаружи строим одну комнату, в нее проводим люк, поздравляю, ачивка захвачена. Возвращаемся в первый сейф. Включаем меню разрабов, телепортируемся к Base 1, взбираемся на ракету с помощью лифта. Открыв дверь, не спешите бежать куда-то. Сначала поворачиваем 3 рычага, затем по лестнице, которая возле входной двери, поднимаемся на капитанский бортик, где активируем компьютеры слева и справа, а рядом с пунктом управления находится временная капсула, заряжаем ее чем попало, закидываем скриншот, плюс пишем послание другим бедолагам, которые, наверное, упадут сюда рано или поздно. Все. Сев за кресло, мы улетаем с этой планеты, параллельно получая последние ачивки, среди которых платина. Как вы уже могли понять, я получил все трофеи в этой игре. Поэтому еще увидимся, если я выживу. А если не выживу, то увидимся в аду.